Добрый день, дорогие слушатели, подписчики. С сегодняшнего дня я еженедельно буду выкладывать видеозаписи песен, петь для вас. И сегодня прозвучит песня «Притча мальчонка». Поздним вечером с работы он уставший шел домой, и светили ярко звезды в вышине над головой. Только вдруг затмили тучи россыпь золотых светил, грянул страшный гром, и ливень словно из ведра полил. Весь промок в одно мгновение, и далеко дом его переждал он непогоду в доме друга своего. Уходя уже под утро, у подъезда увидал, как на лавочке мальчонка исхудавший замерзал. Телице этого ребенка ветер до костей пронзал, а малыш чуть слышно плакал, к небу устремив глаза. Люди мимо проходили, по своим делам спеша, и совсем не замечали у подъезда малыша. Видя слезы пацаненка, изо всех он крикнул сил: как же Бог с его любовью этот ужас допустил? Почему не смог хоть что-то всемогущий предпринять? Что же он к нему на помощь никого не смог послать? На бирюзовом небе видел стал Господень крест, и явился ангел Божий, снизойдя к нему с небес. Ты не прав, мой милый братец, ангел тот ему сказал, Бог тебя сегодня утром к малышу тому послал. Вечером с работы он уставший шел домой, и светили ярко звезды в вышине над головой. Ох, с каким же безрассудством часто Бога мы виним, а божественную руку в жизни видеть не хотим. Ох, с каким же безрассудством часто Бога мы виним, а спасибо.